Станислав Кисаев встретился с учащими 27-й школы в преддверии Дня Конституции. Он провел лекцию о правах людей и о том, как зарождалась система законов. Ученики могли задать вопросы юристу. Подобные семинары проведут также судьи Конституционного суда и работники аппарата. Такие встречи со школьниками и студентами вузов будут проходить и в районах республики. Планируется, что к акции присоединятся и депутаты парламента. Завершатся лекции 12 декабря. Напомним, что именно в этот день исполнится 25 лет со дня принятия Конституции России. Они должны пытаться это понять и, скажем, ну как-то соизмерить свое поведение. И я не говорю, что вот надо быть просто бездумным человеком, заучившим Конституцию. Люди, знающие конституционные права и свободы, они могут свою гражданскую позицию выразить более осознанно. Конституцию надо знать, уважать, чтить и жить по ней.